Планировали первенца, получили тройню. Александру, Ксению и Екатерину везут на первую встречу со своей большой семьей. Наконец-то пришел день выписки. Этого события все родственники ждали 2 месяца. Тройняшки – первые дети в семье Поповых. Правда, вот появились малышки на свет раньше срока, поэтому в больнице им пришлось провести чуть больше времени, а именно 2 месяца. Родились девочки 4 декабря. Сейчас у сестер отличное состояние. Теперь уже многодетные мама и папа тоже приходят в себя. Сегодня большая семья уезжает домой, в Алейск. Да еще непонятные чувства. Просто домой уже охота. Супругу давно не видел. Ощущение прекрасное, я домой еду. Когда только получили результаты УЗИ, когда узнали, что у вас тройня? Ну, шок был немножко, на пару дней, потом радость. Но осмысление, наверное, пришло уже позже, когда уже появился живот, когда начала понимать, что вот-вот скоро роды. Кстати, такое тройное счастье – достаточно редкое явление в Алтайском крае. Например, Саша, Ксюша и Катя стали единственной тройней в 2022 году. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.